Луна, я в душ. Так. Твой заказ. Где же шампунь? Ха-ха, вот и он. Отличный аромат. Что случилось? Посмотри. Я впервые вижу эту бутылочку. Прямиком в руки Лалилу. Используем ножик. Вырежем подошву. Перекрасим в белый. Покроем лаком. Нужны блестки. Посыпаем глиттером. Стильные босоножки готовы. Что тут у нас? Ага, далеко не уйдешь. Готова к прогулке? Осталось обуться. Тяжелые. Может, лучше кроссовки? Я справлюсь. Тогда пошли. Дорогой, подожди, мои ножки устали. Присяду. Как тебе помочь? Давай поменяемся. Отлично смотрится. Ю, как удобно. Понесешь сумочку? Смена имиджа. Как же на них ходить? Не отставай. Готовы к волшебству? Поприветствуем малышей. Сменим цвет глаз. Теперь волосы. Подготовим коврик. Немного термоклея. Прядки из термоклея. Покроем краской. Красота! Сменим наряды. Наденем юбку. Детки готовы отправиться к мамочкам. Прекрасный день! Приветик! Сестричка! Дай пять! Животики урчат. Что пожелаете? Круассаны и тортик. Что тут делает скорая? Куда это они? Их увезли в больничку. Это интересно. Малыши вот-вот появятся на свет. Я готова. А вот и детки. Мой мальчик. Милые крошки. Наши жены здесь, Селестия. Луна, я самый счастливый на свете. Готов поспорить. Можете отдыхать, а мы скоро вернемся. Уснули? Вот и чудно. Согласна. Пойдем со мной, детки. Ребята ничего не подозревают. Нам нужен детектор злодеев. Отшлифуем неровность. Понадобится втирка. Покроем поверхность. Отлично. Добавим экран. Приклеим распечатку. Злодеи, держитесь! Кризалис, так легко не скрыться! Как там наши детки? Их украли! А это что? Так это же дело рук самой! Кризалис! Без детектора злодеев не обойтись. Сейчас мы узнаем, где она прячется. Мы пока поищем в парке. Что показывает? Нужно настроить. Кажется, работает. Селестия, смотри, датчик движется. Куда же нам идти? Сейчас поймем. В эту сторону. Здесь нас никто не найдет. Что это за голоса? Они рядом. Где-то здесь. Должно быть, прячется. Детектор показывает. Здесь. Я с этим справлюсь. Нужно запутать их. Ой, что это с ним? О, нет! Придется искать без него. Фух, чуть не попалась. Возьмем капсулу Лол. Снимем ручку. Используем кусачки. Отлично. Подберем детальки.
Вырежем выемки. Лучше в зеленом. Добавим блеска. Синельная проволока. Выберем поярче. Хризалис, тебе они понадобятся. Вот мы и дома. Садитесь. Мои умнички, подождите меня здесь. Скучно. Поищем игрушки. Котик, прячься. Можно и почитать. Давай поиграем. Давай. С чего начнем? Давай, кто выше подпрыгнет? Весело. Можно потише? Кто первый? Вместе. Прыгаем. О, мне нужны наушники. Другое дело. Наконец-то тишина. Спускаемся. Ой. Вау, свечки. Дай пять. Поиграй с нами. Нам скучно. Давай, давай. Пойдем гулять. Может, хоть в парке уснете. Подготовим бутылку. Приклеим крышку. Расчертим пунктиром. Пройдемся ножом. Затонируем спреем. Ю-ху! Установим петли. Сколько обрезков? Склеим детали. Установим сверху заготовку. Перекрасим в синий. Поместим внутрь. Прихватим кабошон. Прикрепим кнопку. Намотаем бумагу. Зафиксируем держатель. Приклеим табличку. Немного состарим. Биотуалет готов. Опять проделки Хризалис. Устала. Тише, тише. Где же они могут быть? Здесь еще не искали. Они не должны меня увидеть. Нужна маскировка. Посидите тихо. Жара. Давай охладимся. Два стаканчика. Держите. Вкусно. Угощайтесь. Нет, спасибо. Еще? Не откажусь. Ой, мой животик! Лалилу поможет. Скорее! Ой-ой! Помогите! Дверь заклинила. План удался. А, вот вы где. Нужна помощь. Дружище, выпустите меня! Держись! Свобода! У нас есть план. Нужна рогатка. Найдем деревяшку, возьмем пилу. Подгоним машинку. Установим каркас, затонируем в желтый. Приклеим рогатку. Подвяжем резинку, подготовим помпоны. Протестим в деле. Отличная работа! Спасибо, спасибо Лалилу! Потащили! Вот они! Зря стараетесь! Ха, сама напросилась! Целься! Дети у нас! И осталась совсем одна! О, что же делать? Лалилу поможет! Малыш Лолсис! Зафиксируем на подставке! Перекрасим волосы. Проставим блики. Украсим фатином. Точная копия мамочки. Хризалис, а вот и твоя дочка. Поздравляем! Моя детка. Мамочка. Люблю вас. Мы снова вместе. А где мой муж? Нашей семье тоже нужен отец. Луна, я спасу тебя! Прочь! Теперь ты. Любимый, бери детей и беги, мы ее задержим. Заправим термопистолет. Нарисуем локон. Добавим рог. Перекрасим волосы. Лиловые глазки. Коробочка бедности.
пора преображаться. Свалка, тут мы точно найдем что-то. Иди туда, а я порою здесь. Кошечка что-то нашла. Что там у тебя? Малютка, я всегда мечтала о дочке. Тебе нужно подкрепиться. Сосиски. Теперь у принцессы новая семья. Нам понадобится кошачий корм. Откроем баночку. Опустошим ее. Снимем этикетку. Закрепим крышку. Состарим жестянку. Не самый лучший вид. Парнишка, стой! Что у тебя в волосах? Немного мха. Добавим колоски. Лежанка спасет кошечку от холода. А вот и новый дом. Кошечке не сидится на месте. Что такое, милая? Коготки вонзились в диван. Не порти вещи. Мамуль, не выбрасывай банку. Магия увеличения. Смотри, мам. Ей нравится. Кошечка принесла котят в лежанку. Семейка становится больше. Перенесем картон в мастерскую. Скрутим его. Подготовим круглое донышко. Приклеим стенку, вторая половинка и крышка. Возьмем воздушный пластилин. Распределим по торту. Смешаем оттенки. Украсим конфетками. Добавим леденцы. Праздничные свечи. Сладкоежки будут в восторге. У малышки день рождения. Я приготовила тебе подарок. Вау, какой большой торт. Загадаю желание. Оно обязательно сбудется. Он шоколадный. Селестия, мы пришли спасти тебя. Говорящие пони. Что с ней? Ты нас не помнишь? Лалило, поможешь с новым образом? Подготовим ткань. Пройдемся ножницами. Сошьем половинки. Держи футболочку. Пышная юбка. Новый шаблон. Обрежем лишнее. Примерь жилет. Состарим платьице. Спасибо, Лалилу. Что смотришь, мамуль? Последняя модель. Мне бы такую. Я что-то придумаю. Заработаю денег игрой на банджо. О, тут концерт. Мои уши. Все разбежались. Эх, всего один цент. Брошу в фонтан. Стоп! Фонтан! Точно! Сколько монеток? Хватит на сумку! Мамочка, это тебе! Ты исполнила мою мечту! Сюрприз удался! Стоять! Достанем фоамиран. Вырежем кружочки. Выложим их. Ух ты, спиннер! Приклеим по центру. Затонируем стенки. Подготовим шарики из пенопласта. Вау! Используем проволоку. Установим планеты. 3D-модель Солнечной системы. Конкурс научных изобретений. Жюри готово? Да. Телефон нового поколения. Смотрите, нажимаем кнопочки. Так задумано. Помогите! Я придумала эликсир для роста растений. Поливаем цветочек. О, что это? Интересно. Макет Солнечной системы. Смотрите!
Единогласно, вы победитель. Чек на 1000 лоли-долларов. Используем коробку. Разрежем ее. Уберем лишнее. Вставим полочки. Обклеим дверцу фоамираном. Прорежем вентиляцию. Лучше в бирюзовом. Слегка состарим. Прикрепим ручку. Украсим внутри наклейками. Разложим вещи. Чей же это шкафчик? О, дверца заела. Не открывается. Что же делать? Поможешь открыть шкафчик? Okay. Крепко заела. Let's go. Еще чуть-чуть. Oops. Селестия, ты как? Good. Поставим на место. Ты принцесса Селестия из Эквестрии. Опять ты? Oh, no. Она еще там? Sure. Побежали на урок. Возьмем упаковку. Вырежем часть. Оставим рамку. Приклеим пленку. Используем крышечку. Обклеим корпус. Закрепим петельку. Снимем колечко. Добавим ручку и кнопочки. Достанем трубочку. Отрежем часть. Прикрепим трубки. Одолжим проводки. Приклеим этикетку. Протестируем пищевой мультипликатор. Готово! Бургеров стало 2. Вот это гаджет! Селестия уже совсем взрослая. Юникорн-доги. Последний цент. Ваш заказ, мисс. Thank you. Котик тоже хочет кусочек. Угощайся. Остальные пушистики тоже проголодались. Что же делать? Есть идея. Я создам пищевой мультипликатор. Это мне пригодится. Let's go. Вуаля, протестируем. Сработало. Теперь еды хватит на всех. Мой котик пропал, вы его не видели. Это он? Ах, крошка, ты в порядке? Спасибо, мисс, возьмите в благодарность. Селестия использует мультипликатор. Возьмем проволоку. Выберем цвет. В самый раз. Сформируем корону. Отрежем фатин. Украсим камнями. Невероятная корона для правителя Эквестрии. Теперь я богата. Селестия, ты нужна королевству. Хватит меня преследовать. Пони превращается в принцессу Луну. Селестия, ты меня узнаешь? Смотри, это твоя корона. Корона? Память вернулась. О нет, Эквестрия в беде. Бежим. Луна создала портал. Следуй за мной. Окей. Сестры очутились в родной Эквестрии. Смастерим плащ. Ткань слишком тонкая. Захватим меховую накидку. Швейная машинка за дело. Размотаем проволоку. Супер! Украсим наклейками. Мантия-невидимка поможет спрятаться. Что здесь происходит? Крисалис вновь взялась за дело. Королевство в опасности. Мантия-невидимка поможет. Мы в вас верим. Ух ты, прозрачный. Я тебя вижу. Пойдем. А вот и замок Крисалис. Вон она. Нужен план. Есть идея. Нужно украсть ее посох. Мантия-невидимка поможет спрятаться. Эквестрия теперь моя. Я прокрадусь. Схватила. Куда подевался мой посох? Где он? Он у меня. Получай.
Нет! Ура, мы победили! Принцесса Эквестрия вернулась! Привет, Флаттершай! Сменим образ. Из голубой ткани смастерим юбку. Примерим. Дополним корсетом. На свалке найдутся материалы. У свинок возьмем земли. Добавим водички. Испачкаем наряд Флаттершай. Грязные разводы пастелью. Бедная куколка. Благотворительная акция в поддержку животных. Как тут хорошо. Привет, зверушки. Мы собираем помощь для животных заповедника. Держите. Она отдала последние деньги и ушла жить в лес. Мне знаком тут каждый уголок. И спать есть где. Ничего, найду другое место. Прекрасный радужный портал. Достанем фоамиран. Кусочек побольше. Нарисуем эскиз. Полумесяц. Зеркальный картон. Соединим части. Золотой узор. Задекорируем. Замечательное зеркало в виде луны. Луна отдыхает дома. Кто там? Привет, Луна. Как дела? Отлично. Пойдем на турнир? Конечно. Я только соберусь. О, тортик. Прости, а что за зеркало? Волшебное. Смотри, с ним я сторожу сны, пони и людей. Ох, спать хочется. Пинки Пай сама погрузилась в сон. И волшебства не потребовалось. Эй, вставай. Ой, прости. Пора идти на турнир. Ага, побежали. Хочу роскошное платье. Не волнуйся, мы подберем образ. На золотом фоамиране эскиз корсета. Тесьма. Надеваем. Формируем крылышки. Украшаем плечики. Браслеты с камнями. Смастерим корону. Примерим. Великолепный образ принцессы Селестии. Жители города, я исполню ваше желание и одарю богатствами. Подходите. Ваша волшебная шляпа. Вот, это тебе. Благодарю. Мои дорогие жители, мне пора. Вау, спасибо! Бамбуковый коврик. Собираем конструкцию. О, привет! А что вы делаете? Одолжишь мешочек? Обтягиваем каркас. Проделываем вход. Закрепили бантиками. Пророс мох и веточки. Палатка перепачкана и в заплатках. Но она станет милым домом Флаттершай. Хороший день. Я собрала много еды. Флаттершай отлично потрудилась. Угощайтесь. Спорим, я съем больше. Не, я... Ой, стойте! Идите ко мне! Флаттершай уложила тритончиков спать. Животные сыты, только красная панда еще не наелась. У меня скоро турнир, нужна помощь! Снимаем мерки.
Рисуем эскиз. Дублируем на Фоамиране. Блестящая броня. Мастерим защиту для рук. Превосходная серебряная броня принцессы Луны готова. Начинается турнир. Фу, успела. Никого еще нет. А вот соперница Луны и судья турнира. Участницы, приветствую на турнире. Победитель только один. Чемпион получит чемодан денег. Поехали! Не так быстро! Начали! Никак не попаду. Как вкусно! Он голодный. Так еще никто не проигрывал. Вот твой приз. Возьмем картон. Проходимся ножиком. Поролон. Закрываем тканью. Основа для кровати. Скрываем бока плюшем. Крепим изголовье. Мастерим подставку. Шторка из фатина. Прекрасная кровать с балдахином сбережет сны Селестии. Селестия решила сменить интерьер. Мой уже не в моде. Здравствуйте, я хочу поменять мебель. Посмотрите чертежи для вашей комнаты. Мне нравится этот. Посмотрим, что мы можем сделать. Алло, да-да, наш эксклюзивчик. Жду. Вау, какая шикарная кровать. Чудесно. Вы лучший дизайнер в городе. Thank you. Good. Крафтовая бумага для поделки. Сворачиваем пакетики. Пастель для разводов. Испачкаем. Набор органического корма для животных. Фу, сколько работы! В лесу есть чем заняться. Привет, птичка. Эй, не поливай меня. Эх, хочется кушать. Ой, у меня нет еды для котиков, но есть идея. Флаттершай создала органический корм для животных. Котику понравилось. О, натуральный продукт. Хочу один мешок. Моя киса не выносит химии. Корм стал популярен. Окрасим шерстку в черный. Вырежем. Прелестная накидка. Мяу, хочу кушать. Мой любимый котик. Срочно везите все дорогие корма. Вот ваш заказ. Котику ни один корм не понравился. Больше ничего нет, малыш. Хочу этот. Мяу. О, я ведь заказала для тебя самые дорогие. А я хочу этот. Мяу. Найдите создательницу. Будем строить завод ее кормов для животных. Золотой глиттер. Капелька глицерина. Подберем заклепку. Дорогой парфюм с золотыми частичками. Привет, как тебе мое новое платье? Ух ты, красивое, покрутись! Флаттершай заработала много денег на кормах для животных. Вместо мухи в волосах теперь бабочка. У меня есть подарок. Ого, здорово, спасибо. Попробуешь мои новые духи? Yes. Ой, как так получилось? Наверное, духи волшебные. Селестия обрызгалась парфюмом
и тоже стала пони. Давай полетаем! Let's go. Поймаем спиннер. Есть! Окрасим в розовый. Оборачиваем дизайнерской бумагой. Тонируем в мятный. Устанавливаем. Какие милые карандашики. Вставляем под крышу. Это лишнее. Получилось 5 корзинок. Вкладываем пушистую ткань. Разноцветная карусель порадует малышей. На детской площадке полно развлечений. Пони пришли поиграть. Друзья, с чего начнем? Сначала в бассейн. Теперь на батут. Let's go! Wow, fantastic! Как весело! Извините, вы могли бы уступить карусель? Да, конечно. Занимайте места. Включаю качели. Пони чудесно провели время на аттракционах. В баке нашлась старенькая Пинки Пай. Капелька краски. Покрываем фигурку белым акрилом. Рисуем новые глазки. Нежная радужная грива. Уложим феном. Двойные крылышки. Из воздушного пластилина формируем рог. Завершает образ корона. Перед нами принцесса Селестия. Вижу, погода ухудшилась. Непорядок. Солнышко задремало за тучкой. Пони поспешили спрятаться под зонтом. Селестия охраняет солнечный день. Прочь, облачка! Обступили солнышко. Другое дело. Ах, теплые лучики. Довольная пони скачет по облачкам. Солнечный день спасен. Пони снова могут радоваться солнечному теплу. На пенополистироле намечаем портал. Вырезаем арочку. Шлифуем края. Формируем текстуру. Увенчаем накладкой. Изящные колонны. Добавляем кладку. Необходим пьедестал. Вырезаем ступеньки. Пара панелей. Ставим портал. Тонируем в оттенок камня. Подчеркнем тени. Состарим. Всюду прорастает мох. На вершине светится кристалл. Куда же ведет древний портал? Селестия обитает в чудесном замке. Настало время обойти мои владения, пообщаться с жителями. Пони отправилась в лес. Ах, прекрасные цветочки! Привет, улиточки, как поживаете? Все хорошо, но недавно в лесу возник странный портал. Сейчас выясним. Вправду портал, раньше его не было. Проверим, куда он ведет. Куколка, привет! Стираем прежние бровки. Рисуем фиолетовый мейк, лиловые глазки. Рисуем улыбочку. Драгоценные стразы, как мило! Подготовим шапочку. Наклеим разноцветные пряди. Профилируем кончики. Amazing. Радужная ткань. Пышная пачка. Блестящий корсет. Рукава. Распишем золотом. Соберем чокер. Готово. Сделаем укладку. Идеальные локоны. Образ завершает диадема. Принцесса Аликорн превратилась в девочку-подростка. Портал перенес Селестию в мир людей. Что случилось? Что? Где мои копытца? Oh, no.
поищу людей. Вдруг кто-то сможет мне помочь. Let's go. Селестия отправилась в город. Мамочки-лошадочки, как здесь странно. Кажется, с ней что-то не то. Привет, ты в порядке? Все слишком странно. Я была принцессой пони, а после портала все изменилось. Может, ты проголодалась? Вкуснотища. Ой, тебе вправду нужна помощь. Мы все тебе расскажем и покажем. Доставка материалов. Скатываем полимерную глину, формируем фигурку котика. Натуральный хлопок. Рисуем мордочку. Завязываем бантик. Вырезаем основу ошейника. Украшаем стразами. Вуаля! Миленькая кошечка станет подругой Селестии. Королева пони привыкает к жизни в Лолитауне. Компанию ей составила кошка Опал Эссенс. Не так уж и плохо. Я красотка в этом образе. Кошечка просит внимания. Тоже хочешь навести красоту? Опал Эссенс имеет нелегкий характер. О нет, туда нельзя. Чем бы тебя занять? Придумала. Принцесса нашла игрушку. Играть с кисулей оказалось очень весело. Новая кукла – новый образ. Нарисуем новые глазки. Лиловое настроение. Подстрижем челку, разноцветные пряди. Дополним прическу. Как тебе результат? Good. Выкроим наряд. Заготовки платья. Wow. Прошьем по краю. Облегающее белое платье. So good. Тарелочка. Разложим скитлс. Немного воды. Вау, радужные разводы. Окунаем ткань. Получился пышный подол. Покрываем пояс позолотой. Изящная талия. Свисает символ солнышка. Завиваем пряди. Прическу увенчает корона. Селестия повзрослела. Excellent. Принцесса отправилась на прогулку по любимому лесу. Как чиста водичка. Ах, ручей. Привет, милая белочка. Hi. Укачаю тебя в колыбельке. Ребята, все за мной. Пони тоже вышли прогуляться с малышами. Oh, подружки, я так рада вас встретить. Селестия, это ты? Ого! Лошадки резвились, как вдруг одна застряла в сетке. Селестия, помоги нам. Okay. Я всегда защищу жителей королевства. Бедняжка, ты в безопасности. Селестия, мы нашли блестящий алмаз. В благодарность хотим вручить его тебе. Я так долго искала этот камень. Берем картонную втулку, оборачиваем фольгой, формируем мощные корни. На очереди крона. Покрываем дерево лиловой краской. Пройдемся спонжем. Вырезаем кристаллы из пенополистирола. Украшаем ветви, свисают нити страз. На стволе солнце и луна. Какое загадочное дерево! Принцесса Селестия встречает гостей на лебедином балу. Сегодня не просто торжественный день. Случилось нечто особенное. Что же? Как любопытно! Взгляните на древо гармонии. Оно светится, как никогда прежде. Wow. Этот волшебный алмаз даст древу новую силу. Ого, магия так мощна и красива. Давайте отпразднуем. Принцесса и гости торжествуют. Наколдуем плотный картон. Обводим крылышки. Вырезаем первую пару. Дублируем фоамирановыми. Выделяем перышки.
Чем больше слоев, тем сильнее они будут. Принцесса Селестия умеет летать, не забыли? Торжественный бал окончен, долгожданный отдых. Странное ощущение, словно во мне что-то изменилось. Глория! Hey! В чем дело, дорогая? Что-то не так? Ах, меня тоже посетило это чувство. Кажется, все дело в силе кристалла. Воздух загустился от мощи магии. Мне не по себе. Селестия обрела силу крыльев. Селестия, да у тебя крылья. Селестия, даже будучи человеком, овладела силой Аликорна. Опустошим пакетик. Он еще пригодится. Вырежем полоску. Покрошим на листики. Оплавляем края над огнем. Ах, рукописи! Укоротим шпажку. Закрепим бусинки. Скрутим свиток. Мастерим чехол на завязках. Все свитки упорядочены. Какие знания они хранят? С обретением силы у Селестии появились последователи. Надоело читать. Мне тоже скучновато. Эй, ты видела те свитки? Ага, пойдем поглядим поближе. Amazing. Как ваши успехи? Девочки, я ведь давала другое задание. Ой, бежим. Что ж, думаю, вы готовы. Let's go. В свитках скрыта мудрость магии дружбы. Можете прочесть их. Девочки взялись изучать реликвии. Мы поняли, дружба — это чудо. Сила в дружбе.